Согласно древней арийской философии Санхья, мы проходим очень длительный путь эволюции, когда мы попадаем в этот материальный мир. Собственно говоря, попадание в материальный мир является определенной игрой. То есть мы не падаем сюда в результате каких-то грехов там, или каких-то, может быть, непонятных желаний, которые у нас возникают. Для Бога попадание нас в этот мир является определенной игрой. И этот мир он создал как мир некой виртуальной реальности, в котором все раскладывается на две части, то есть на две части за счет временных континуумов. То есть в этом мире существует прошлое и существует будущее. А в духовном мире существует только настоящее. Поскольку мы с вами очень долгое время находились сейчас здесь, в этой материальной вселенной, нам очень трудно представить, что такое настоящее и как оно может быть постоянным быть. Потому что мы думаем, что вот в данный момент мы сидим в этом зале, и это и есть настоящее. Да, в каком-то смысле нам кажется, что это настоящее. Но все дело в том, что вот момент настоящего нам очень трудно ухватить. Потому что те слова, которые вы сейчас слышите, которые долетают до вашего уха, они уже в прошлом. И это ваше прошлое. Хотя разрыв очень маленький, это может быть тысячные доли секунды, но все равно это уже прошлое. А то, что я собираюсь сказать, это будущее. Поэтому, поскольку так все устроено в этом мире, то создается некая иллюзия того, что мы оказываемся в этом мире на очень длительный период времени. То есть практически кажется, что в этом мире мы находимся вечно. Но мы не находимся здесь вечно, и момент входа в этот мир и выхода, он на самом деле очень кратковременен. То есть это есть некая иллюзия. То есть в какой-то момент, находясь в духовном мире, где мы полностью обеспечены всем необходимым, где мы имеем самые замечательные взаимоотношения друг с другом, и тем более мы имеем отношения с Богом как с личностью, где все пронизано Его универсальной энергией, любовью, и мы обменимся этой энергией не только с Богом, но мы обменимся и между собой, и у нас существует определенное разнообразие в этом духовном мире, гораздо большее разнообразие, чем то, которое существует здесь. Тем не менее, там нет единственной вещи, там нет того, что может появиться здесь, в материальном мире, там нет того, что мы никогда, ни при каких обстоятельствах не можем занять позицию Бога. И поэтому нам, поскольку мы всегда стремимся к этому некому абсолютному совершенству, и это совершенство существует и в духовном мире, нам хочется попробовать, испытать, а что же чувствует Бог, занимая вот такое абсолютное положение, где Он проявлен во всем своем могуществе, величии, где Он может контролировать абсолютно всех живых существ, а Он, в свою очередь, тоже хочет попробовать, а что же мы чувствуем? Потому что, на самом деле, Он не знает, что мы чувствуем. Поэтому существует некая игра, то есть между Господом и нами. И вот в этой игре, когда у нас появляется такое желание, а появляется желание такое не у каждой души, не у каждого живого существа, которое называется на санскрите атма или джива, а только у некоторых возникает такое желание. Они могут отправиться в этот виртуальный мир. Также, например, не у каждого появляется желание сесть за компьютер и сыграть там в какую-нибудь игру. У кого-то появляется, а кто-то, допустим, к компьютерам относится совершенно равнодушно, у кого-то этого компьютера просто нет. Также в духовном мире большинство душ, согласно философии Санхья, они не отправляются в материальный мир, им это не интересно, их полностью устраивает то положение. Но мы с вами относимся к тем душам, которые пожелали познать это, познать, почувствовать, а что же испытывает Бог, когда Он занимает свое положение. И когда у нас такое желание появляется, то мы тут же, моментально отправляемся сюда и забываем о своем изначальном
положение, которое у нас находилось в духовном мире. В этом нет ничего особенного. Это определенная игра. Это, еще раз говорю, есть некое изгнание. Очень многое было придумано людьми, позже уже додумано, вернее, людьми, поскольку те посланники Бога, которые приходили, они говорили в основном о любви. Они никогда не говорили ни о наказаниях, там, ни о чем ином. Если они что-то имели в виду, то это было всегда связано так или иначе с чистыми взаимоотношениями живого существа и Господа. Так вот, приходя в этот материальный мир, который представляет себя мир виртуальной реальности, и он состоит на самом деле из 33 вселенских слоев, которые упакованы друг в друга. Это очень похоже на теорию современных ученых, которые говорят о параллельности миров. То есть в одном и том же месте, в одной и той же точке может находиться сразу же огромное количество миров. Не так, что Вселенная бесконечна, нет, она имеет свои ограничения. Но множество Вселенной или множество вселенских слоев, они как бы находятся вместе, согласно философии Санхи. И вот отправляясь сюда, в этот мир, мы можем попробовать почувствовать, познать, а что же такое, что же испытывает сам Господь Бог. Для этого нам нужно поместить некий шлем виртуальной реальности, да, как сейчас существуют эти шлемы виртуальной реальности, потому что иллюзия игры, она принесет наслаждение только в том случае, если мы забудем о своей природе. Как, например, обычный человек. Он отправляется куда-нибудь в кино. Ну, сейчас люди редко ходят в кино, но тем не менее, потому что у всех там есть видеомагнитофоны, идет множество программ. А раньше это было, так сказать, принято ходить там в кино, смотреть какие-то фильмы. И людям очень нравится наблюдать за какими-то такими сильными личностями. Каждому нравятся определенные личности, у каждого есть некий свой идеал. И такие люди, они отправляются в кинотеатры, смотрят, и во время фильма, который поставлен, может быть, очень хорошо с точки зрения художественной, эти люди испытывают очень большие наслаждения там. Потому что они входят как бы в образ этого героя, они начинают за него болеть, да? Вот. Они начинают переживать, они начинают принимать его собственные эмоции. И особенно, когда фильм заканчивается хорошо, то они испытывают очень большой подъем. То есть, а некоторые люди даже, сидя в кинотеатрах, плачут в конце фильма, когда все заканчивается хорошо, они радуются. Но интересная вещь. Я помню, что когда-то я тоже ходил в кинотеатры, я наблюдал такой очень интересный феномен. Когда люди шли в кино, они были на таком подъеме, на веселе, вот. Но когда они выходили из кинотеатра, вот открывались двери, и люди выходили на улицу, то у них было какое-то очень подавленное состояние. Даже несмотря на то, что им очень сильно понравился этот фильм, и был хороший конец в этом фильме, но они все равно были какие-то подавленные. У них что-то такое вот было внутри, какой-то шел слом. Я все время думал, почему у людей так портится настроение после окончания фильма. А ответ оказался очень простым. Люди побывали в другой реальности. Той реальности, которая иллюзорна для них. И вот они возвращаются в свой мир, в котором, может быть, у них не так все хорошо. Они не удовлетворены своим положением. У них есть какие-то проблемы, которые надо решать. И вот тот красивый мир, который им был показан, оказался иллюзией. Но в тот момент, когда они смотрели фильм, они испытывали огромное счастье. То же самое, когда человек садится за компьютер и пытается сыграть в какую-то игру, ему хочется погрузиться туда все глубже и глубже. Поэтому он постепенно, если он очень долго сидит за компьютером, если он там сражается с какими-нибудь монстрами там, или летает на каких-нибудь самолетах там, или что-то еще там происходит, в какие-то отправляются сказочные путешествия, он попадает в другой мир, которого не существует, то есть он попадает в мир виртуальной реальности. Но постепенно, сидя там по несколько часов за этим компьютером, он забывает о себе, и он начинает очень сильно чувствовать то, что там происходит. Но ведь там
все, что там происходит, это нереально. Когда его убивают, да, или ему наносят какое-то ранение, он начинает чувствовать это ранение, хотя его не происходит на самом деле, но он начинает это чувствовать. И я помню, когда еще работал на скорой помощи, у нас тогда еще были самые-самые такие вот первые очень примитивные компьютеры, их поставили на скорой помощи, и появились какие-то первые вот эти игрушки, их, они там стояли, и некоторые, ну, врачи, когда они приезжали, у них там было свободное время, они садились и играли. И один человек, он там все время сидел за этим компьютером, потому что тогда мало кто еще умел пользоваться этими компьютерами, а он, в общем-то, хорошо разбирался в этих компьютерах, и он там играл, там была такая игра, связанная там с самолетами какими-то, надо было там летать, куда-то бомбить, с какими-то противниками сражаться. Там была полная иллюзия того, что человек находится в кабине самолета, там полностью вся приборная доска, со всей клавиатурой. И постепенно, за счет того, что он долго, бывало, сидел за этим компьютером, когда не было вызовов, то у него создавалась иллюзия того, что он действительно летает в этом самолете. Он сам мне об этом рассказывал. Но когда он сражался там и летал на этом самолете, это было очень смешно наблюдать, поскольку если его самолет сбивали, то есть в этот самолет попадала там ракета, вот, его сбивали, и вот в это время он сидел на стуле, и он вот так вот прямо, у него было такое состояние, что действительно самолет был разбит, потому что он откидывался в этом кресле, и мы думали, что он упадет с этого кресла, хотя на самом деле ничего этого не происходило, это все была игра. Иногда он ругался, потому что его сбили, ему было досадно, но интересно то, что эта иллюзия переходила в некую реальность. На Западе были созданы там какое-то время, несколько, там, может быть, 10-15 лет назад, специальные шлемы, которые так и называются виртуальная реальность. Если мы эти шлемы помещаем на голову, да, то есть мы оказываемся уже внутри компьютера. Это сделано как бы для большего наслаждения этой игрой. И практически это очень похоже на то, что происходит с нами в материальном мире. То есть реально живое существо не перемещается из духовного мира очень-очень далеко. То есть этот момент, ну, как секунда, как какое-то мгновение, оно просто помещает на себя вот этот шлем. Этот шлем называется аханкара или ложное эго. И вот это ложное эго, его называют иногда первопричинным телом. Оно покрывает нашу душу, наше истинное «я», которая вечна и которая неразрушима ни при каких обстоятельствах, и с ним невозможно ничего сделать. И как говорится во многих ведических канонах, например, в Бхагавад-гите говорится, что душу невозможно ни разрезать, ни сжечь огнем, ни иссушить, ни смочить водой. То есть она вечна, она всегда будет существовать, что бы с ней ни происходило. Но когда она помещает на себя вот эту аханкару, то тут же, оказываясь в материальном мире, эта аханкара тут же направляет душу в материальный мир, она забывает о том, что она себе представляет. То есть она забывает, кто я такой. То есть каждый из нас, придя сюда, забыл, кто он такой. Зачем это надо было? Для того, чтобы вот эту игру сделать более, скажем так, реалистичный, потому что этот мир, он иллюзорен. То есть его, по сути дела, хотя он существует, он все время меняется, но этот мир подобен компьютеру, в который мы входим. И вот эта аханкара, она существует столько времени, пока мы не покинем материальный мир вновь, через какое-то определенное время. Пока мы здесь будем играть, пока мы будем здесь путешествовать, вот эта аханкара, она будет всегда сопровождать нашу душу. Аханкара или ложное эго, вот это оно называется еще так, потому что мы начинаем принимать форму того, чего не существует в реальности. И мы можем так подумать, ну хорошо, мы хотели испытать то, что мог испытать сам Бог. А мы сейчас обычные люди, там ходим на работу, мы там что-то там, иногда у нас возникают какие-то испытания, трудности, иногда просто есть люди, которые чувствуют себя совершенно
бесполезными в жизни. И они думают, ну как же, Бог, Он так велик, разве я в этой жизни напоминаю чем-то Бог? Нет, в действительности это не так. Но когда мы входим в этот материальный мир, то мы попадаем в некую пирамиду. Мы могли бы изобразить материальный мир в форме пирамиды. Вот эта пирамида имеет одну точку входа. Вот она здесь находится. Здесь 33 тысячи вселенских слоя. И в эти вселенские слои мы можем попадать по своему собственному желанию каждый раз и путешествовать внутри этой пирамиды. Но это, конечно, схема. Так вот, эта точка, это точка входа и это точка выхода. То есть другой возможности выйти из этой пирамиды нету. Так вот, эта точка входа, она называется Брахма. Брахма. Это первая форма живого существа, очень удивительного живого существа. Кстати, об этом живом существе знали славяне. Они называли его сварогом. Так вот, Брахма или сварог, это живое существо, которое является творцом Вселенной. То есть, и по сути, это живое существо, которое является интеллектом Вселенной. Его тело состоит из чистого интеллекта. И он пронизывает своим интеллектом абсолютно всю Вселенную. Он может свою мысль моментально превратить в форму, такую, которую он захочет. То есть стоит ему о чем-то подумать, и эта мысль тут же превращается в какую-то реальность. И в момент своего пробуждения, а надо сказать, что у этого живого существа самая большая продолжительность жизни во Вселенной, он живет 311 триллионов 40 миллиардов лет. Подумайте, 311 триллионов 40 миллиардов лет. И на сегодняшний момент ведические каноны говорят, что он прожил только половину своей жизни. Наш Брахма, который сейчас там наверху занимает самое высшее положение, он прожил ровно половину, то есть 155 триллионов 20 миллиардов лет. И когда его жизнь заканчивается, то заканчивается жизнь Вселенной. Но вселенных таких их очень много. Вот то, что я нарисовал схематично, таких вселенных их очень много. Они образуются, иногда сравнивают их с появлением мыльных пузырей. Эти мыльные пузыри появляются, какое-то время они летают где-то в пространстве, потом они лопаются, и появляются новые мыльные пузыри. Вот точно так же существуют различные материальные вселенные. Они исходят от Бога, они распространяются где-то в пространстве, их продолжительность жизни 311 триллионов 40 миллиардов лет. И потом вместе с гибелью вот этого Брахмы, да, Творца Вселенной, они исчезают. Брахма занимается тем, что у него фактически в его интеллекте заложена определенная программа, как должна работать наша Вселенная. И он, пробуждаясь, начинает творить. Все, что он делает, это творит определенное время. Творит он по плану Бога, он сам не Бог. И иногда некоторые мудрецы думали, что он Бог, но в Брахма-самхите, который он написал, или продиктовал, вернее, лично, он говорит о том, что он не Бог, он такое живое существо, как и мы, просто он занимает это положение. И тем не менее, во многих трактатах говорится, что, оказывается, все живые существа, вот все мы с вами тоже, те, кто попал вот в эту пирамиду, они когда-то занимали положение Брахмы. Вместе с гибелью Вселенной живые существа переходят в некое состояние бессознательного, и потом с творением новой Вселенной кто-то из них занимает опять это место. Когда он сделал, когда он сотворил это разнообразие, то в принципе он остается наблюдателем. Он остается наблюдателем Вселенной, он даже не занимается управлением Вселенной. Но он чувствует себя в этом положении действительно подобно Богу. Но, естественно, поскольку вы оказываетесь как бы не в лесу, да, если материальный мир сравнивается с лесом, вы оказываетесь не в лесу, а вы оказываетесь на лужайке, да, вот перед самым лесом. Этот лес вас манит, и там, может быть, есть какие-то ягоды, грибы, там есть какие-то
сказочные тропинки, там что-то может быть интересное в этом сказочном лесу, в этом мире виртуальной реальности. А в положении Брахмы вы еще ничего этого не познали, то есть вы этого не ощутили. Вы реализовали эту программу, но, несмотря на то, что вы интеллект Вселенной, вы не можете понять, что чувствуют те живые существа, которые занимают разные ниши в этом мире. Поэтому у этого живого существа может появиться желание пойти туда, в этот лес, и почувствовать, а что же испытывают другие личности в этом мире. Потому что вот это положение, положение Брахмы, оно, несмотря на то, что очень длительно, несмотря на то, что есть возможность наблюдать и получить какой-то опыт в материальном мире, оно все-таки является переходом. И, в принципе, если у вас появится такое желание, вы можете, отработав эту программу, вернуться опять в духовный мир. И время, и пространство схлопнутся, вы окажетесь в своем изначальном положении. Вы снимете этот шлем виртуальной реальности, вы выключите этот компьютер, вы прекратите эту игру. Но чаще всего многие живые существа хотят продолжать эту игру. Они отправляются дальше. То есть они отправляются в мир Сварга. А мир Сварга – это высший мир или мир, которым управляют полубоги. Это особые живые существа, девы их. Также они известны в христианской традиции, как архангелы или ангелы. Они являются слугами Бога по управлению непосредственно в конкретной материальной вселенной. Но там, на этих планетах, на которых они живут, это планеты, сотворенные из более тонкой материи, чем мы. Там живут еще такие существа, как кенары, гандхарвы, апсары, муни, йоги. Они живут там, они наслаждаются этим миром, и они имеют очень большие обязанности по управлению нашей Вселенной. Они помогают полубогам. Там игра более интересна, но, может быть, захочется отправиться в человеческий мир, в котором мы находимся с вами, потому что человеческий мир, он состоит тоже из многих слоев, и не только такие планеты, как Земля, которая занимает примерно серединное положение, а многие другие планеты. И здесь, в человеческом теле, можно попробовать то, что невозможно испытать в теле полубога, потому что люди способны культивировать любовь. Ни одно живое существо во Вселенной не может культивировать любовь, хотя все живые существа живут этой энергией. Но культивировать ее, взращивать и отдавать другим могут только люди. Значит, интересно это попробовать. Есть мир животных. И, например, если сейчас мы спросим вас, хотели бы вы там стать собакой, кошкой, там птичкой какой-нибудь, да, рыбкой, вы скажете там, да, нет, конечно, мы бы не хотели. Хотя иногда бывает так, что люди говорят, да, я хочу. Иногда бывает так. На некоторых лекциях мы слышим, что некоторые люди, они прям так открыто признаются в том, что да, они хотели бы стать вот этим животным. Хотя животные действительно испытывают большие проблемы. И в мире животных, в мире хищников есть те, кто является жертвами, и есть те, кто является охотниками. Одни спасаются, другие нападают. У них тоже есть определенная игра, но эмоциональный план, вот именно эмоции, проявлены у них во много раз сильнее, чем у человека. И это тоже хочется попробовать. И вы скажете, да, я бы не хотел, но вспомните известную сказку, которую каждый знает с детства, Калиф Аист, да? Помните этого царя, который хотел услышать, там, узнать голоса различных, язык различных и животных, и птиц, и поэтому он с помощью определенного заклинания превращался вместе со своим визирем, так сказать, в разных животных и птиц. А если, например, в данную, вот сейчас, скажем, вам придут и скажут, пожалуйста, мы превратим вас на одну минуту всего лишь, или, может быть, на час, в какое-нибудь живое существо, отличное от человеческого, превратим вас в птичку, которая летает, и вы испытаете вот это ощущение полета.
Ну, наверняка многие из вас согласятся. Если вы будете знать всего лишь час, и что вас не обманут, вы можете согласиться на это. Это есть законы природы. Поэтому многие живые существа отправляются туда и занимают вот эти различные ниши. Дальше. Это их поиск. Их наслаждение своими эмоциональными состояниями. У человека все чувства, все пять чувств, зрение, слух, обоняние, осязание, вкус сбалансированы, они равны. И они очень слабо выражены. Нам только кажется, что мы так совершенны. Но наши чувства, они несовершенны. У животных чувства совершенны. Но одно из чувств или два доминируют у различных животных. Поэтому и хочется попробовать. Например, волк, если мы возьмем волка, у него обоняние настолько сильно развито, что он может на расстоянии 5 километров, представьте себе, 5 километров, дифференцировать различные формы живых существ. Причем не просто определить, человек это заяц, там лиса, сова, а он может сказать, какой человек, он может идентифицировать вашу личность. Там собак это слабее развито, а у волков вот так сильно. Скажем, сова может видеть по ночам, да, очень хорошо, так же, как мы можем видеть днем, она видит по ночам. Там у орла, у него очень хорошее зрение, он может на расстоянии, там, с огромной высоты, очень четко увидеть, какое живое существо, на которое он охотится. То есть, если мы возьмем свинью, то свинья, она имеет самый развитый вкус. Сколько вкусов различает человек? 6. Свинья различает 144 вкуса. Представляете? Мы считаем, что свинья такое животное, которое все равно, что есть. И можно там всякие помойные, там всякую гадость там положить, она все съест. Да. Почему она ест? Не потому, что она такое живое существо, которому все равно. Она во всем находит вкус. Она наслаждается этим вкусом очень четко. Да? Даже если вы приедете в Индию, и вы увидите, что во многих городах, маленьких особенно городах, там есть открытая канализация. Вот. И бывает, что некоторые индусы, которые не очень, так сказать, развиты эволюционно, их называют чиндалы. Ну, это как наши бомжи практически. Вот. Они, знаете, у них нет чувства стыда. Они могут просто, когда им захочется опорожнить кишечник, они садятся прямо, поскольку канализация-то открыта, они садятся прямо у дороги и опорожняют свой кишечник. Вот. А свиньи там дикие, там свиней никто не ест. Вот они там бегают сами по себе, их иногда просто отлавливают, чтобы у них эту щетину. Щетину они для зубных щеток используют. Вот, поэтому у них же такие общипанные свиньи бегают. Но их никто не ест. Свинья считается грязным животным. Вот, и вообще, так сказать, вообще в Индии очень сильно развито вегетарианство. В общем, эти свиньи, они просто бегают. И на них никто особенного внимания не обращает. И вот когда чиндал опорожняет свой кишечник, и это все плывет, то эти свиньи моментально подбегают и начинают это есть. Потому что для них это высший деликатес. Особенно, когда это горячее. Вот. Они получают это наслаждение. Они очень имеют изысканный вкус. И кому-то захочется тоже попробовать. И описано, что один из полубогов однажды был проклят мудрецом. Он был проклят мудрецом, и он оказался в теле свиньи. Он сказал, что ты будешь свиньей. И он оказался в теле свиньи, и ему так это понравилось, что когда возникли проблемы в мире сварга, он занимал там ответственное положение, и другие полубоги пришли и сказали, тебе пора возвращаться. Он сказал, я не хочу, у меня замечательная еда, у меня замечательная жена, у меня замечательные дети-поросята, я их всех люблю, я хочу наслаждаться здесь. Он лежал в грязной луже, он ел всякие помои, говорит, такая вкусная пища. Вот. И им пришлось убить его, так чтобы он в новом воплощении вернулся в свое тело. Потому что на самом деле, оказываясь в каком-то положении, нам это становится очень приятным. Как сейчас, находясь в теле человека, нам не хочется менять это тело. Некоторые люди говорят даже, я не хочу в духовный мир, потому что их положение им кажется более совершенным. Надо сказать, что когда человек оказывается здесь, и он начинает играть, вернее не человек, а дживы или живое существо, и через какое-то время оно встает, подобно человеку, который сидел за компьютером,
Он играл там много-много часов, там ночей, суток, и в конце концов он понял, все, я устал, я больше не могу. Он выключает этот компьютер, и он хочет вернуться обратно. Но вот чтобы обратно вернуться, нужно пройти определенный путь эволюции. И вот этот путь эволюции, он очень непростой. Он занимает 8 миллионов 400 тысяч витков, таких больших витков, потому что нужно пройти все эти уровни сознания вновь, чтобы вернуться опять в эту точку и покинуть ее, через нее вернуться в духовный мир. И путешествуя по материальному миру, он полностью запутывается, он уже не знает, как это сделать. Поэтому, как только у него появляется желание вернуться, то Бог, который сопровождает его, потому что Бог, он может находиться одновременно с нами во множестве форм, сколько бы ни существовало живых существ, там миллиарды или триллионы, он сопровождает этих живых существ постоянно в этой пирамиде. И у каждого из нас в сердце есть Бог. Он присутствует здесь. Он может одновременно находиться с каждым из нас и одновременно разговаривать с каждым из нас. И вот, когда у нас появляется такое желание, в сердце действительно искреннее желание вернуться, то он начинает нам помогать. Он посылает нам каких-то людей, он посылает нам учителя, наставника, он дает нам какие-то книги, которые позволят нам что-то узнать, какие-то открывает знания. И мы постепенно начинаем выходить. Но пока мы находимся на низших уровнях сознания, то есть не в человеческой форме жизни, для нас такой путь достаточно затруднителен. То есть нам нужно постепенно эволюционировать. Вот когда мы дойдем до уровня животных и птиц, то есть когда мы дойдем до мира хищников, то там будут очень интересные законы эволюции. То есть там срабатывает принцип такой. Если вы умираете естественной смертью, то вы поднимаетесь на следующую ступень. Это правило игры. Если вас убивают, вы рождаетесь вновь в той же самой форме. И поэтому задача всех обитателей мира хищников это выжить естественной смертью. А обитатели мира хищников не обязательно те, которые нападают. Я еще раз подчеркиваю, там могут быть жертвы, там могут быть непосредственно охотники. То есть тигр охотится, там, или там волк охотится, заяц убегает. Но это обитатели мира хищников, и каждый из них должен должен умереть своей естественной смертью. А это происходит очень редко. И сейчас, когда люди, тем более, пришли к этому, люди начинают убивать этих животных. И убивают не только тех животных, которые дикие, а убивают тех животных, которые помогают им, то есть домашних животных, там, птиц, коз, коров, там, кого угодно. То есть они убивают этих животных для того, чтобы их просто съесть, хотя в этом нет никакой необходимости, ибо человек может совершенно обойтись без употребления этих продуктов насилия. Так вот, эти животные, в конце концов, кто-то из этих живых существ, которые занимают тело, они в конце концов вырываются из этого мира и попадают в мир людей. Да? И вот в мире людей существует 400 тысяч уровней сознания. Представляете, 400 тысяч, это 400 тысяч витков. И на каждом витке еще есть 12 малых витков эволюции. И вот этот путь, который мы проходим, он очень-очень долг. Поэтому, прежде чем мы попадем в мир сварга, прежде чем мы займем положение брахмы, нам потребуется очень много времени. Потому что процесс эволюции – это отработка определенных уроков и определенное понимание. Это и есть некий духовный путь. Это и есть некий духовный путь. Потому что если вы будете формально повторять какие-то мантры, стоять на голове, заниматься медитацией, просто формально, просто потому что вам скажут, что это очень хорошо, это не будет изменение вашего сознания. Поэтому это не будет вашей духовной практикой, духовной жизнью. Духовность означает, что вы изменяете свое сознание реально. Как вы это сделаете, каким способом, какими методами, это зависит полностью от вас, от вашего желания и вкуса. Сегодня мы будем говорить о том, что происходит с человеком, именно с человеком, что с ним происходит в начале его появления в этом мире. Или то, что с ним происходит уже впоследствии, да, происходит с ним много раз, когда он должен вновь рождаться и вновь умирать. В первой части, та, которая будет сегодня, мы будем говорить о четырех стадиях рождения, или то, что назвал Станислав Гров, современный психолог,
который разработал эту идею, как бы для нашего времени подтвердил то, что было описано в глубокой древности, назвал эти четыре стадии четырьмя перинатальными матрицами. Дело в том, что это знание, оно было записано в древности, оно было передано и сохранилось в древних тантрах очень подробно. Там оно было подробно. Впоследствии что-то дошло и осталось в тибетской традиции, в частности, там тибетская книга мертвых, какие-то еще некоторые книги. Что-то было сохранено у других философов, но именно подтвердилось вот уже в 20 веке, когда был вновь не то что открыт, да, а вновь раскрыт, скажем так, метод трансперсональной психологии, который называется методом регрессии, то есть или методом воспоминания прошлого. То есть когда человека вводят в определенное состояние сознания, это состояние, оно может быть похоже чем-то на гипноз или на суггестию, но это особое состояние сознания, потому что в этот момент вы можете понимать, что с вами происходит, и тем не менее вы можете видеть все, что с вами было в прошлом. То есть человек, который, вот этот психолог, скажем, или оператор, который проводит с вами этот метод регрессии, он погружает вас в определенное состояние, и вы начинаете вспоминать в обратной последовательности свою жизнь. Есть вещи, которых он просто не знает и не может знать. Да? Есть вещи, которые вы даже не можете знать. Например, период, когда вам было 2-3 года, да, вы можете этого просто не помнить. А уж то, что было в год, точно, совершенно вы этого не вспомните. Но об этом будут помнить ваши родители, например, или друзья ваших родителей, или родственники какие-то ваши. Это связано с тем, что все, что входит в наше сознание, в наш ум, вся эта информация полностью сохраняется. Она никогда не теряется, но не утрачивается. И вот поскольку она там сохраняется, записывается, мы можем не помнить, но если мы проходим через эту регрессию, то мы вспоминаем очень четко не только в целом события, но мы можем вспомнить запахи, звуки, все детали того, что происходило. И это очень интересно, потому что когда стали эти методики применять повсеместно, очень широко во всем мире, то получили действительно потрясающие результаты и увидели, что человек действительно сохраняет память до самой смерти всю, в полном объеме. Потом, когда пошли дальше, когда человека стали погружать дальше, то подтвердилось вот то знание, которое было описано в тантрах. То есть вот эти вот четыре стадии рождения, как человек проходит, что с ним происходит в утробе матери. Когда пошли дальше, то увидели то, что человек действительно рождается не один раз, потому что дальнейшее погружение приводило к воспоминаниям прошлой жизни. И об этом написано много книг, и сейчас мы об этом говорить пока с вами не будем. Но что касается именно рождения, а рождаемся мы много-много-много-много раз, коль существует 400 тысяч вот этих уровней сознания, да плюс еще умножьте это на 12, это как минимум, потому что если вы не выполняете какой-то урок, вам нужно вернуться назад и снова отработать этот свой путь. Так вот, мы можем это изобразить в форме определенного такого как бы графика, да, и здесь по горизонтали мы обозначим временной континуум, по горизонтали, да. По вертикальной линии, которая здесь проходит, она просто покажет нам отрезок, ограничивающий момент до появления на свет, до момента как бы уже вот до появления как бы самих родов, да, до рождения на свет и дальнейшей нашей жизни, и то, что происходило в период, внутриутробный период. Вначале в какой-то момент, вот здесь, скажем, в этой точке, происходит соединение сперматозоида и яйцеклетки. Значит, мы здесь можем написать, что мать, да, и отец.
И мать, и отец являются вроде бы как бы внешней причиной появления нашего на свет. Внешней. Внутренняя же причина зависит только от нас. Я ее обозначу вот так. Это непосредственно я, да? То есть каждый из нас – это я, то есть или джива, или атма, как хотите. Появление в этой точке является моментом фатальным. То есть почему этот момент фатальный? То есть мы не можем изменить эту ситуацию. Появление детей не случайно. И если, например, раньше считалось, что, ну, там, сказать, ребенка захотели, там, зачали ребенка, не захотели, там, нет, это неправда. Это неправда, потому что современные исследования показали то, что фактически вот эту точку изменить нельзя. То есть ребенок появляется на свет совершенно в определенный период времени. Более того, конечно, в настоящее время, когда люди сами пребывают часто на уровне сознания вот этих хищников, да, а не людей, то есть, да, они не могут поймать, почувствовать этот момент. И очень часто к этому приводят какие-то страсти, да, какая-то сильная сексуальность людей, потому что им не хватает любви, и они заменяют любовь повышенной сексуальностью. И поэтому вроде бы дети как рождаются случайно. На самом деле все равно эти дети не рождаются случайно. Описано, что примерно за 2-3 месяца до зачатия, за 2-3 месяца до зачатия, около тела родителей появляется живое существо. Живое существо, которое выбрало их в качестве своих родителей. Почему? Потому что эти родители это те живые существа, которые могут обеспечить воспитание. То есть они создадут среду, необходимую для эволюционного развития ребенка. То есть ребенок приходит сюда, это не просто ребенок, это живое существо, именно к нам, конкретно к нам, потому что во всей Вселенной вот только мы можем обеспечить нормальное его развитие или реализацию так называемой прарабдха-кармы или проявленной кармической программы. То есть некого нового сценария, с которым мы пришли в этот мир. Этот сценарий закладывается намного раньше. Он закладывается в период, скажем так, четвертой стадии смерти, но об этом мы потом будем позже говорить. И этот сценарий, он играет очень большую роль, потому что в конечном счете наши самые сокровенные желания, которые у нас были, именно самые сокровенные, да, самые выношенные, самые выстраданные, строят всю картину этого сценария. Господь нам позволяет сыграть в новую игру и в то же время сделать какой-то шаг вперед в плане эволюции. Поэтому выбор родителей не случайен. Мы с вами говорили об этом на прошлых лекциях, что когда два человека, если все происходит в порядке, да, когда два человека, мужчина и женщина, влюбляются друг в друга, да, то есть между ними появляется настоящая любовь, то вот эта любовь, она создает некий мир, единый мир. Они становятся в каком-то смысле едиными. И вы даже можете знать, что муж и жена, если они долгое время, да, любят друг друга, они живут вместе, они чем-то становятся друг на друга похожи. Даже внешне у них появляются какие-то общие признаки. Не только какие-то общие привычки и так далее. Но даже внешне у них появляется очень много-много-много похожего. Так вот, вот эти вот мужчины и женщины, они создают, они творят свой собственный мир. Этот мир, он подобен саду. И если есть любовь, если есть эта любовь, и она нормально развивается, а любовь проходит как бы через 7 стадий есть любви, и она нормально развивается, она достигает своего совершенства, то, в принципе, уже на 5-й стадии, на стадии творения, они могут впустить в этот сад, в этот мир, в который до этого никто не может войти, какое-то живое существо,
который является ребенком. И если между ними есть любовь, они начинают чувствовать этого ребенка. Он оказывается за 2-3 месяца до зачатия, и обычно, особенно женщины, рано это чувствуют, они испытывают... У меня очень большая просьба. А нельзя вот такие хождения по залу прекратить? Обычно женщины чувствуют это гораздо раньше, и им начинают сниться сны. То есть они видят во сне детей, или они просто начинают как-то по-другому относиться к детям. Вдруг у них появляется какое-то особое отношение к детям. Даже если у них уже были дети, да? Но все равно в этот момент они чувствуют, что вот эти дети, которые там где-то играют на улице, они для них очень привлекательны. Им хочется с ними даже поиграть, пообщаться. Понимаете? То есть вот это все начинается, и вот если между ними сильная любовь, между мужчиной и женщиной, то, конечно, они могут даже визуально почувствовать это живое существо. И вот в определенный момент должно наступить зачатие. Конечно, период зачатия наиболее благоприятный, это период где-то с августа, примерно когда уже Солнце находится в созвездии Льва, до декабря месяца. То есть этот период в целом как бы для всех людей, он общий, он считается самым хорошим. Почему? Потому что в этот период организм наиболее подготовлен для и зачатия, и беременности. То есть потому что, скажем, если зачатие происходит в конце зимы или ранней весной, организм истощен, и в особенности в таких местах, как вот... Санкт-Петербург или в каких-то северных районах, где нехватка идет солнечных лучей, естественно, человек испытывает определенный дефицит, скажем, там, того же витамина D, у него снижается функция иммунной системы, он не получает достаточного количества фруктов, овощей, то есть он не получает достаточного количества витаминов и микроэлементов, поэтому... его клетки могут работать недостаточно хорошо, половые клетки. Более того, даже если зачатие наступит, то сама беременность будет протекать более тяжело. Поэтому считается, что лучше всего, если зачатие происходит в период с августа по декабрь. В принципе, для цивилизованных людей рекомендуется, в общем-то, зачинать детей сознательным путем, да? Не то, что, понимаете, там посчитать точно день, там час, там иногда сейчас это делают, но в наше время, в период эпохи Кали, это не всегда срабатывает. Но, по крайней мере, есть какой-то период, в который нужно это учитывать по возможности. Конечно, бывают исключения из правил, и зачатие может наступать совершенно другое время. Если он наступает в другое время, то, ну, конечно, это... В этом нет ничего такого смертельного, то есть это можно все скомпенсировать. Но я еще раз просто хочу сказать, что этот период, он определенным образом программируется. Но программируется в каких-то более, может быть, широких рамках. Итак, в момент зачатия, значит, живое существо входит через сперму отца и соединяясь с яйцеклеткой, перемещается в лоно матери. И если все в порядке, если здорова мать и здоров отец, то дальше из оплодотворенной яйцеклетка она начинает развиваться. Но живое существо в момент соединения, как только она соединилась с половыми клетками своих родителей, она тут же утрачивает свое сознание, то есть и восприятие окружающего мира. И впадает в состояние, которое длится примерно 3 месяца, это состояние называется свапна, или сон без сновидений. Это состояние как бы выпадает, и оно считается, в общем-то, переходным. Значит, я здесь напишу, что 3 месяца, да, 3 месяца. Оно является переходным, потому что для нас мы ничего не чувствуем, ничего не видим, ничего не слышим, да?
Вот. А, конечно, для мужчины и женщины, которые создали вот этот вот мир, и это живое существо вошло в них, и особенно женщина, которая должна вынашивать этот, своего ребенка, для них наступает очень важный период. Причем особенно первое время. Надо сказать, что некоторые люди считают, что в нашем мире, что вот эти 3 месяца, поскольку живое существо находится в бессознательном состоянии, то убить такое живое существо не является большим грехом, да? Потому что оно все равно ничего не понимает. И поэтому они часто совершают аборты, если такой ребенок оказывается как бы нежелательным. Может быть, у них там материальное состояние там не очень хорошее, может быть, это просто люди, которые не дождались 5-й стадии любви, да, то есть, зачали ребенка гораздо раньше. То есть все бывает, да, то есть, скажем, если это еще люди не вступили в брак, то есть у них нет какой-то общей семьи, по разным причинам, и совершается сейчас очень большое количество абортов, и вот это живое существо, находясь в спящем состоянии, оно как бы выбрасывается отсюда, выбрасывается из лона матери. Что происходит с этим живым существом? Дело все в том, что наша программа, если мы входим сюда, к данным родителям, она может раскрыться только через них, только через данный род. Значит, живое существо, которое будет выброшено с этого уровня, оно все равно не может отправиться куда-то в другое место. И оно оказывается в состоянии, ну, какого-то достаточно продолжительного времени, когда оно должно ожидать. Либо, когда вновь данные родители, да, оно вначале ждет, что, может быть, данные родители, они все-таки, так сказать, захотят иметь ребенка. Либо, если этого не получилось, то такое живое существо, оно будет ждать, пока на Земле или на какой-то другой планете не появятся люди, которые будут по этим качествам, по крайней мере, похожи. То есть будет некая коррекция внесена в программу. Но, тем не менее, будет ли она внесена или не будет, живое существо вынуждено в этом состоянии страдать. Может быть, это, конечно, считается не очень хорошим, не очень хорошей вещью, как вы понимаете, и хотя это невозможно как-то каким-то образом контролировать, все равно это, так сказать, происходит в обществе, но происходит это опять-таки потому, что люди, они утратили способность любить. И поэтому они к этому относятся, понимаете, там, совершить аборт, как там пойти, там, постричься. То есть в этом вроде ничего особенного такого нет. Это как бы стало естественным. Хотя это ненормально, это не должно быть так. Иногда люди спрашивают, что же нам делать, если мы, у нас, допустим, уже там 2 или 3 детей, и мы не можем больше там прокормить, вынашивать и рожать. И отдавать тем, кто не может иметь детей. Таких людей очень много тоже, понимаете? Вот если бы так вы делали, это было бы замечательно. Потому что действительно огромное количество людей стоят в очереди, хотят получить, вот они бесплодно там. Опять-таки, почему возникает это бесплодие? Потому что если женщина и мужчина, который дает на это свою санкцию, если они постоянно как бы участвуют вот в таком убийстве детей, вот в этих абортах, то в следующем рождении, с ними может произойти очень неприятная штука. Дело в том, что иногда описано так, что тот, кто убивал, он будет таким же образом убит. Но это не есть наказание. Вообще Бог никого не наказывает. И полубоги тоже никого не наказывают. Но почему происходит это убийство? Потому что, значит, у данной женщины недостаточно развит инстинкт материнства. Если она способна закрыть глаза и переступить, сделать такой шаг. Тогда в следующем рождении создается ситуация, когда женщина может не иметь детей вообще, то есть она будет бесплодна. И у нее будет очень сильное желание иметь этих детей. И возможно, это бесплодие не будет абсолютным. Она может его вылечить, это бесплодие, но прежде чем она его вылечит, она должна будет осознать, в ней должны произойти эти изменения, этот инстинкт материнства должен быть очень сильным. Гораздо хуже, когда
происходит другое. У женщины рождается ребенок, и через какое-то время он умирает. Это очень большая травма. Очень большая травма. Потому что вот таким образом идет, понимаете, то есть таким образом идет как бы воспитание этого материнского инстинкта. Смерти нету. Смерти нет. Мы понимаем с вами, что мы с вами вечны, и нас невозможно никаким образом. Даже если мы хотели бы сами исчезнуть из этого мира или из какого-то другого, мы бы это не смогли бы сделать. Но игра идет, то есть идет как бы игра в жизнь и смерть. И смерть — это очень удивительная вещь. Мы будем с вами на следующей лекции об этом говорить очень подробно, что такое смерть. Ну а здесь, если все было в порядке, то вот эти 3 месяца проходят, и происходит наступление пробуждения сознания. Пробуждение сознания живого существа в лоне матери. И начинается первая, самая длительная по продолжительности стадия, или первая перинатальная матрица, она называется океанической стадией. Продолжительность этой океанической стадии примерно 5-6 месяцев. 5-6 месяцев. Вы знаете, что ребенок может рождаться не обязательно на 9 месяце, он может рождаться и на 7, и на 8. И, кстати сказать, что рождение ребенка на 7 месяце — это не обязательно плохо. Это может быть даже иногда лучше, чем на 9. Интересная штука. Оказывается, что живое существо в этот период осознает себя по продолжительности, как бы, да, восприятия времени столько же, сколько оно будет себя воспринимать потом в течение всей своей жизни после рождения. Сколько бы там не было дано, 30, там 40, 50, там 70 или 100 лет, вот ощущение времени здесь будет точно такое же. Время относительно. И поэтому первая вот эта стадия океаническая, она как раз будет показывать продолжительность жизни данного живого существа. Почему я говорил о том, что иногда неплохо, если живое существо рождается на 7 месяце, да? Неплохо. Дело в том, что дети, которые рождаются на 7 месяце, они, как правило, имеют уникальные способности. Конечно, им бывает трудно выжить, у них бывают проблемы с физическим телом. Но эти люди имеют какую-то уникальную программу. Те, кто на 8 месяце, они достаточно слабы. Считается, что лучше сделать это в период, то есть лучше родиться либо на 7, либо на 9 месяце. 8 месяц считается критическим. Но так или иначе, период океанической стадии — это период от пробуждения, да, вот от момента пробуждения сознания, выхода из состояния свапны, до возникновения родовых схваток. Океаническая стадия названа так, потому что живое существо в это время чувствует себя в неком растворенном состоянии. В действительности это состояние, когда происходит слияние энергоинформационной матрицы эмбриона и матери. То есть они находятся в очень тесном соединении. Они связаны, с одной стороны, пуповиной на уровне, скажем, физическом. И через пуповину ребенок получает, эмбрион получает все питательные вещества, он получает кислород. А с другой стороны, он имеет вот эту энергоинформационную связь очень сильную, когда все каналы, тонкие каналы нади, они соединяются, они накладываются друг на друга, когда все главные энергоинформационные матрицы, они соединяются с друг другом. И это как бы единая система. Возникает некая единая система у матери и у эмбриона. Кроме того, они очень сильно соединены на уровне психики, на уровне тонкого тела. Они ощущают себя настолько близко, как они никогда уже себя ощущать не будут. Это самый интересный период в отношениях между матерью и ребенком. Если мать
способны любить, то здесь нет никаких препятствий, потому что они как бы перетекают друг в друга. И ребенок, да, находясь в утробе матери, он способен воспринимать окружающий мир через вот эти вот системы каналов нади. То есть он воспринимает мир и через чувства матери, и через ее энергоинформационную систему. Он связан практически со всей Вселенной. И надо сказать, что женщина в этот момент очень сильно преображается. Опять-таки, если все идет в порядке, она очень сильно преображается. И она чувствует в этот момент себя в большей степени клеточкой Вселенной, чем бы она чувствовала какое-то другое время своей жизни. Поэтому период беременности – это в каком-то смысле даже мистический период. Женщина способна очень многое в себе изменить. Просто многие женщины этого не знают и не пользуются этой ситуацией. А ребенок, он заставляет женщину искать связь со всем-совсем миром. Это как глубоководные рыбы или морские звезды, медузы, которые находятся в этом океаническом пространстве, которое обволакивает их. То же самое ребенок, он покрыт любовью своей матери, если она, конечно, любит его. В это время мать может разговаривать с своим ребенком, то есть не надо разговаривать вслух, да, то есть можно просто мысленно общаться. Надо сказать, что ребенок в это время начинает как губка, буквально как губка, сканировать все окружающее пространство. В первую очередь, пространство того мира, созданного этой женщиной и мужчиной. То есть вот они создали этот мир, и вот что в этом пространстве есть, он начинает себя разбирать. Причем он не делает оценку, он не может делать оценку. Он воспринимает то, как это есть. Для него это есть некий стандарт жизни, будущая его жизнь. Все, что будет происходить, любые мысли матери, любые ее эмоциональные состояния, как положительные, так и отрицательные, ее контакты, ее окружение, ее действия, это все будет переписываться на матрицу ребенка. То есть он все это будет воспринимать. И надо сказать, что он воспринимает это не всегда легко. Если мать ведет себя правильно, если беременность протекает хорошо, да, мать ведет себя правильно, если она в период беременности употребляет чистую пищу, да, если она не употребляет там алкоголя, если она не курит, если она не принимает каких-то таблеток, если она не болеет в это время, если она не раздражается, не гневается, там, не проявляет каких-нибудь других негативных стереотипов в форме там, зависти, жадности, гордыни, еще чего-то, то ребенок чувствует себя очень комфортно. Для него это райское наслаждение. Он чувствует себя действительно как в раю. Каждая мысль матери, мысль материальная и мысль называется элементалом, это мысли-форма. Все ее положительные мысли, они принимают форму таких ангелоподобных существ. И эти ангелоподобные существа входят в этот сад, они там блуждают, они общаются с этим ребенком. Все, что положительно, все положительные эмоции, они способствуют наслаждению ребенка. Он питается, и он от этого все быстрее и быстрее может развиваться. Однако в некоторых канонах, в частности, я помню, я читал один известный канон, написанный около 5000 лет назад, называется Шримад Бхагаватам, и там было написано, что ребенок во время беременности иногда испытывает очень большие страдания. И там описано, что иногда его кусают какие-то черви или паразиты. Они нападают на него, эти черви и паразиты, и буквально истязают этого ребенка. И когда я читал, я подумал тогда, но ведь это же невозможно. Как эти черви или паразиты могут появиться в околоплодных водах, которые абсолютно стерильны?
И, кстати, многие ученые, которые читали, историки, читали эту книгу, они смеялись и говорили, что древние арии, они были примитивны, они не понимали. Но они не поняли, что в этом есть некая символика, очень глубокая символика, что в действительности речь шла не о тех биологических паразитах или червях, а о неких монстрах или монстроподобных существах, демонах, или, которые являются формой, да, или воплощением, персонификацией вот этих самых элементалов. То есть это и есть те самые элементалы, мысли, формы, которые создает мать, если она испытывает отрицательные, негативные стереотипы. И в действительности тогда они, эти элементалы набрасываются на ребенка, и ребенок начинает испытывать огромные страдания. А если мать принимает какие-то токсические вещества, если она принимает какую-то очень плохую пищу, плохо приготовленную, или пищу, так называемую омогенную, то есть пища, которая плохо переваривается или содержит токсические вещества, если она принимает алкоголь, если она курит или находится в таком накуренном помещении, если она принимает какие-то сильнодействующие фармакологические средства, то это подобно тому, что испытывают обитатели вод, когда разливается нефть, да, или попадают какие-то токсические отходы, выбросы каких-нибудь заводов, там, например, какие-то, что, это ощущение жжения, это ощущение иногда похожее на такой запах йода, это сильная боль, это удушье, это существование, которое может превратиться из рая в ад. То есть они могут испытать адское существование, если мать относится к периоду беременности очень безответственно. Надо сказать, что во время беременности женщина очень уязвима от воздействия различных людей таким негативным сознанием. Она также очень уязвима воздействие различных тонких живых существ, так называемых пхутов, которые могут подпитываться ее энергией. Она очень уязвима для возникновения каких-то болезней, потому что здесь происходит нарушение равновесия, нормального равновесия организма или гомеостаза, ибо это запланированное, запрограммированное нарушение равновесия, ибо иначе и быть не может. Да, просто приведем маленькие примеры. Уровень холестерина. Мы знаем, да, что холестерин он необходим для синтеза очень многих гормонов, например, половых гормонов или гормонов коркового слоя надпочечников. Холестерин входит в состав всех клеточных мембран, но если холестерина становится слишком много, то возникает угроза развития, например, атеросклероза, болезнь, от которых умирает половина человечества. Так вот, в период беременности уровень холестерина действительно может повышаться, потому что ведь именно организм матери синтезирует холестерин для обеспечения не только своих клеток, своих тканей, возобновления, да, но и активно растущего плода. То же самое происходит с глюкозой. Повышается уровень глюкозы в крови, а глюкоза – химически очень активное вещество. Запрограммировано происходит снижение иммунной системы, потому что, оказывается, организм реагирует на появление плода как на чужеродную ткань. Да, это своя ткань, но восприятие идет иногда как чужеродная ткань. И поэтому возникает иммунодепрессия, подавление иммунной системы, чтобы не возникла аутоиммунная реакция и не развился выкидыш. Кстати, замечена интересная вещь, что чаще всего выкидыш происходит или развитие вот этой аутоиммунной реакции возникает в том случае, если мать испытывает какие-то негативные эмоции, связанные в особенности с проявлением агрессии по отношению или к своему мужу, или по отношению к каким-то другим людям, или даже по отношению к себе. Если все в порядке, если женщина ведет такой очень спокойный, стабильный образ жизни, то, как правило,
сильного подавления иммунитета происходить не будет. Поэтому аюрведа рекомендует в период беременности, если, конечно, есть такая возможность, отправиться куда-нибудь в чистое место, то есть желательно куда-то, ну, где есть свежий воздух, то есть уехать из города, где нет огромного количества вот скопления людей, шума, и тем более в наше время, когда воздух содержит огромное количество токсических веществ, там вода отравлена, пища напичкана различными консервантами, красителями. Конечно, отправиться лучше всего куда-то в деревню и там вести такой спокойный, размеренный образ жизни. Потому что, например, воздействие телевизора, компьютера крайне нежелательно. Поэтому, естественно, во время беременности категорически запрещено работать с компьютером. И по возможности не использовать средств, которые являются источниками высокочастотных излучений. Телевизор тоже, ну, конечно, возможно, что телевизор эта женщина захочет смотреть, но категорически запрещается смотреть различные вот эти фильмы ужасов, там какие-то убийства, которые там могут показывать даже в новостях, потому что, может быть, женщина, она сама на это среагирует нормально, но ребенок, он очень будет чувствителен к этому. И потом, надо сказать, что все, что происходит вот здесь, на этой первой стадии, да, это потом все проиграется в течение всей жизни. Вот эта перинатальная матрица, это символическая разверстка всей последующей жизни данного человека. Понимаете? Вот. И поэтому от того, что будет делать эта женщина, от того, как она себя будет вести, соответственно, и ребенок впоследствии будет иметь проблемы или не будет. В это время общение с отцом тоже важно. Отец имеет какой-то определенный контакт, да, с женщиной, то есть со своей женой. И если он проявляет эту любовь, очень сильную любовь во время беременности, хотя чисто по изменениям гормональным у женщины может появиться раздражение, повышенная раздражительность, у нее может появиться, там, скажем, изменение каких-то вкусов, даже некоторая извращенность вкусов, там, как, например, желание там, есть там, мел там, или землю, ну все бывает, или какую-то определенную пищу, что в принципе допускается в небольших количествах, и это не является каким-то строгим запретом. Самое главное, что именно муж должен в это время окружать свою жену, защищать ее этой любовью, потому что смягчать, скажем, те ее негативные моменты, которые у нее могут возникать, потому что если этого не делать, то потом этот ребенок, который появится на свет, у него будут многочисленные психологические проблемы, которые придется корректировать годами. И могут появиться также очень многие болезни. Надо сказать, что и сознание живого существа, оно фиксируется на каждой стадии. И если мы посмотрим разные типы людей, то мы увидим, что у определенных типов людей сознание фиксируется на первой стадии, других на второй, у третьих на третьей, у четвертых на четвертой. Да? То есть фиксация или доминанта какой-то стадии, она действительно существует. Так вот, если у живого существа, да, у этого ребенка возникла фиксация сознания на первой стадии, тогда потом, уже после появления на свет, он будет отличаться очень интересными чертами характера. Он будет очень открыт для окружающего мира. Он сможет легко входить в контакт со всеми людьми, с природой. Он может даже иметь способности разговаривать с деревьями, с птицами, с животными. Это будет человек, который будет иметь очень мягкий нрав. И он будет очень гибкий по отношению к каким-то жизненным обстоятельствам. Но один минус, который у него, к сожалению, будет проявляться, это инфантильность. Он будет слишком зависеть, во-первых, очень долгое время от своих родителей, особенно от матери. Будет очень трудно быть без матери. У него позже наступит вот такая вот зрелость.
он позже сформируется как личность, он будет очень долго находиться в родительском доме. И есть опасность, что вот такой инфантилизм, он может привести в последующем и к жизненному инфантилизму, что он, ну, будет в большей степени подвергнут решению каких-то вышестоящих людей, своих там начальников, там вначале родители, потом начальники, то есть ему не захочется самому брать ответственность за что-то. Вот этот момент, который у таких детей надо корректировать с детства. Когда эта первая стадия заканчивается, заканчивается она с момента наступления родовых схваток. То есть начинается вторая стадия, она может длиться нескольких, там, может быть, от часа, двух до даже суток или более. Эта стадия, пожалуй, самая сложная, значит, она называется изгнанием из рая, ее называют изгнанием из рая, вот, и, или апокалипсисом. Что происходит? Матка начинает сокращаться, то есть пришло время появления на свет. Матка начинает сокращаться, но родовые ворота, то есть, да, родовые ворота, они еще не раскрылись. И возникает ощущение безвыходности, тупика. То есть мир рушится, выхода нет. Это похоже на то, что мы попадаем в какой-то гигантский водоворот, который нас начинает закручиваться. Это похоже на то, что вы оказываетесь в каком-то городе, охваченный там эпидемией, или на каком-то корабле, который начинает тонуть, или во время страшного землетрясения все начинает валиться, там крыши, там дома, улицы, все это, земля раскрывается, и оттуда вырывается пламя. И самое страшное, что в этот момент живое существо, этот ребенок, он не знает, что ему делать. Потому что, во-первых, как бы там ни было, хорошо ли было на этой стадии океанической или нет, эта стадия, она была очень продолжительной в его сознании. В это время оно как бы очень сильно растягивается здесь, очень сильно растягивается. То есть представьте себе, 5-6 месяцев будут равны последующим там, может быть, там 70 там, годам, ну так в среднем я говорю, одинаково по восприятию. И тут вдруг все это прекращается. Конечно, в это время ребенок думает, что наступила смерть. И те картины, которые он начинает видеть, а ведь у женщины появляются боли, а боли вызывают отрицательные эмоции. И эти отрицательные эмоции немедленно порождают каких-то негативных элементалов. Он видит опять-таки каких-то демонов, каких-то монстров, которые на него нападают. Сокращение матки приводит к тому, что артерии, которые питают плод, и в частности, так сказать, то, что идет по непосредственно через плаценту, через плаценту, то есть это все периодически перекрывается сокращениями матки, и плод не получает необходимых трофических веществ, он не получает кислорода, он задыхается, у него возникает ощущение, связанное с запахом серы. Вот все эти картины, которые были описаны при, скажем, созданием апокалипсиса или, например, каких-то картин, связанных с адским существованием, они были не придуманы, они были взяты из нашего подсознания. То есть людям просто это было открыто, и они это перенесли. И они так представили, что да, существует некий ад, в котором как раз вот эти, возникает это пламя, это запах серы, эти ужасные какие-то черти там появляются. Да. На самом деле это все происходит с каждым из нас, причем два раза, и во время смерти, и во время рождения. Вот эта вторая стадия, она практически превращается в ад. Выхода нет, действительно, все, тупик. Что можно в этой ситуации делать? Только терпеть. И ребенок терпит. Ребенок терпит, как бы ему тяжело ни приходилось, но другого выхода у него действительно нету.
И если сознание его будет доминировать, если оно будет фокусироваться на этой второй стадии, то в последующем такая личность, она будет очень терпеливой и аскетичной. Такая личность будет очень хорошо переносить различные жизненные невзгоды, трудности, но всегда будет иметь такую тенденцию к пессимизму. Всегда. И даже может быть какая-то склонность к депрессивным состояниям. Будет казаться, что да, вот так, мир так устроен, что, в общем-то, ничего в этом мире хорошего нету. То есть это подсознательно будет выходить, потому что в этот момент сознание было зафиксировано. И раз оно зафиксировано, то, к сожалению, это останется и в последующем, что нужно корректировать либо с помощью определенных психологических, либо духовных практик. После того, как вот эти вот родовые схватки, они на самом деле не закончились, они продолжаются дальше, да? Но когда заканчивается вот эта вторая стадия, а заканчивается она, когда открываются родовые ворота. Наконец-таки открываются родовые ворота, и появляется третья стадия. Она самая такая непродолжительная, и ее называют светом в конце туннеля или стадией прорыва. Обычно она длится всего там, может быть, час-два, не больше, иногда несколько даже минут. Значит, эта стадия называется стадием прорыва и длится всего несколько минут, или, может быть, час или два. И во время этой стадии появляется надежда на спасение. Это подобно тому, как вы оказываетесь где-нибудь в каком-нибудь, может быть, горном ущелье или в каком-то подземелье, в каких-то пещерах, и начинается землетрясение, и все начинает падать на вас, как иногда показывают в некоторых фильмах. И вы пытаетесь найти выхода, но выхода нету. Но потом вдруг где-то появляется свет. И вот этот свет, он символически отражает некий духовный свет, который дается живому существу, пытающемуся выбраться из материального мира. Вот здесь проигрывается та же самая ситуация. Вот этот духовный свет, он существует для нас в течение очень многих миллионов или миллиардов рождений и смертей. И здесь он снова появляется. И здесь, несмотря на то, что схватки все-таки продолжаются, ребенок устремляется на выход. То есть он начинает бороться за себя. Потому что до этого он не мог бороться за себя. Он мог только терпеть. Но здесь он будет бороться. Он будет прорываться. Он начинает устремляться к родовым воротам. И он начинает протискиваться через очень узкие пространства между тазовыми костями. Но вот эта борьба, она вызывает у женщины иногда сильную боль, а иногда некоторые женщины описывают, что у них возникает сексуальное возбуждение, которое они не испытывали никогда в жизни. Это тоже порождает определенные элементалы, и это тоже будет впитано ребенком, то есть он это запомнит. До момента открытия ворот, до момента, когда появился свет в конце туннеля, положение этого ребенка подобно тому, как описано в одной из древних притч, притча о двух близнецах. Двое близнецов, находясь в утробе матери, спорят между собой. И один из них говорит: вот скоро наступит время, и мы родимся, и мы будем жить в удивительном мире, очень красивом, сказочном. Мы будем свободны, мы не будем стиснуты лоном матери. А второй говорит: ты что, мы же связаны с
нашей матерью пуповиной. И мы способны дышать и питаться только через эту пуповину. Но когда мы родимся, то эту пуповину отрежут, и на этом наступит смерть. Вот то же самое происходит часто с людьми. И в момент рождения их, в момент появления на свет, и то же самое тогда, когда они уже появляются на свет, живут, и когда они должны умереть, то это происходит также и перед смертью. Поэтому они испытывают страх и рождения, и страх смерти. Древние каноны говорили о том, что есть четыре типа страдания, которые практически невозможно преодолеть в материальном мире. Это рождение, болезни, старость и смерть. И из этих четырех самым большим страданием является рождение. Как это ни странно, но именно рождение является самым большим страданием. И мы видим, что период второй стадии, он был очень болезненным, невероятно болезненным. А третья стадия, когда она началась, то это страдание также продолжается. Но появляется выход, и ребенок стремится к нему. Конечно, в этой борьбе он будет закаляться. В этой борьбе у него появится не только терпение, но где-то даже может у него появиться и определенная агрессивность, которая потом впоследствии останется в его сознании. Здесь тоже происходит сокращение матки, поэтому в какие-то моменты он вдруг задыхается, он испытывает голод, иногда он чувствует, что он проваливается в какую-то пустоту, но он понимает, что он должен бороться, он должен обязательно выжить при всех обстоятельствах. И когда он выходит из лона матери, то этот момент сравнивается с моментом победы. Поэтому, если такое сознание будет зафиксировано, если какой-то человек, да, который был рожден, его сознание будет зафиксировано именно на этой третьей стадии, третьей перинатальной матрице, то потом в жизни это будет человек-борец, это будет человек-пассионарий, это будет человек, который будет иметь очень сильную волю, он будет сам принимать какие-то решения, он будет любить какие-то состязания, ему будет нравиться достигать поставленных целей. Но при этом он может где-то быть несколько более агрессивным, чем другие люди. Может быть, даже иногда более жестоким. А иногда в нем могут появиться какая-то излишняя сексуальность. Если женщина испытала вот это сексуальное возбуждение в момент родов, что часто описывают акушеры, то ребенок это тоже зафиксирует в своем сознании, и в нем может тоже проявиться это повышенное или раннее сексуальное развитие. И потом это может в некоторых случаях даже стать проблемой. Но эта третья стадия заканчивается, и начинается четвертая стадия, которая тоже очень интересна. А четвертая стадия, она, хотя, казалось бы, пуповина перерезана, ребенок появился на свет, но рождение еще не закончено. Оказывается, что эта стадия, она длится еще в некоторых случаях 2, а в некоторых случаях даже 3 месяца. Эту стадию называют стадией освобождения. Стадии освобождения. Ребенок вырвался, то есть он прошел эти испытания, но он оказался в совершенно новом и незнакомом мире. То рождение, которое у него было до этого, оно могло быть абсолютно другим. Он мог играть какую-то иную роль. Здесь появляется новая сцена, и он на этой новой сцене должен что-то выполнить, пройти какие-то испытания, какие-то уроки. Поэтому этот мир может манить какими-то своими, может быть, даже иллюзиями, а может быть и реалиями, но в этом мире могут также таиться многочисленные опасности. И он чувствует себя немножко растерянным, попадая в этот мир. С другой стороны, такой человек,
появившийся на свет, и у которого зафиксировалось сознание на этой четвертой стадии, он будет испытывать то, что испытывает ребенок. Ощущение освобождения, ощущение вот этой вот открытости, огромности пространства. Он начинает делать первый вдох, затем второй, третий. Он чувствует, что он может дышать, он чувствует, что он в каком-то смысле даже несколько независим. Но еще он не родился. Потому что в этот период будет развертываться некая символическая история всей его жизни. Так вот, если такой ребенок зафиксировал свое сознание на четвертой перинатальной матрице, он будет крайне свободолюбивым, он не будет терпеть, он не сможет терпеть контроля над собой. Поэтому, как правило, такие люди становятся свободными художниками, конечно, в переносном смысле я имею в виду. То есть люди, которые хотят быть самими по себе, они выбирают профессию соответствующую, чтобы над ним никто не стоял, никаких начальников. Такие люди будут бороться за какое-то единство, за какую-то справедливость. И при этом они могут испытывать такой вот страх чего-то нового. Поэтому в них может проявиться этот консерватизм. Интересно, что в крайних случаях у таких детей могут возникать различные фобии. Если было сознание зафиксировано на первой стадии, то возникает вот этот вот просто обычный страх. Страх всего, буквально страх остаться одному. То есть страх, когда нет какой-то поддержки. Страх, когда нужно принять какие-то решения. Если это была вторая перинатальная матрица, то возникнет клаустрофобия, то есть страх замкнутых пространств. Да? Если это была третья стадия, то может возникнуть страх смерти. И на четвертой стадии возникает страх, наоборот, чего-то нового, страх больших пространств, да? Огромных пространств. Страх, может быть, высоты тоже. Такой человек себя чувствует очень неуверенно, если он оказывается на каких-то, ну, скажем, в горах, там, да, и чувствует величие такое вот этих гор, которые оказывают на него своеобразное давление. Он стремится к этому пространству, но может испытывать вот эти самые фобии. Что же происходит на четвертой стадии? Четвертая стадия имеет символический характер, и каждый день жизни такого ребенка он равен последующему году его жизни. То есть первый день – это первый год жизни, второй, десятый день от момента рождения, это десятый год его жизни, тридцатый день – это тридцатый год, понимаете, да? И вот интересно наблюдать за таким ребенком, и раньше в этот период мать очень внимательно наблюдала. То есть, а дело в том, что после рождения ребенка в древности мать оставалась с ним наедине. То есть обычно, ну, отец, конечно, мог прийти там на какое-то короткое время, но никто больше не допускался. То есть мать должна была оставаться с ребенком наедине. Потому что между ними происходил еще обмен вот этими энергиями. А если этого не сделать, то могло нарушиться равновесие, внутреннее равновесие. Ведь они долгое время находились в единстве, и произошел разрыв и на уровне тонкого тела, на уровне психики, и на уровне энергоинформационного, и на уровне физического тела. Поскольку такой разрыв произошел, значит, это нужно восстановить. И вот в течение вот этого четвертой этой фазы у них происходит вот этот тонкий-тонкий обмен энергиями, и равновесие начинает постепенно восстанавливаться. Тот период четвертой перинатальной матрицы интересен тем, что мать, наблюдая за своим ребенком, может понять, какова будет его жизнь в целом. Потому что ребенок начинает принимать какие-то замысловатые позы. И по позам ребенка даже есть определенные такие древние трактаты, где были описаны, нарисованы различные позы ребенка, которые он принимает.
а они имеют определенный смысл. Что означает эта поза? Вот, принимая различные позы, да, в эти первые 2-3 месяца, а продолжительность будет, как вы понимаете, столько времени, сколько будет продолжительность жизни данного человека. То есть, если он должен 72 года прожить, значит, 72 дня она будет длиться. Если 100 лет, значит, 100 дней будет длиться эта фаза, да? Но обычно в древности 108 дней брали, вот как такую цифру, 108 дней, и 108 дней не вмешивались в эту ситуацию. А мать просто наблюдала, она отслеживала, что делает ребенок. В какие-то дни ребенок мог вести себя очень капризно, он много плакал, он плохо спал, вот, он плохо ел. А в какие-то дни, наоборот, он вел себя очень миролюбиво. То есть можно было понять и запомнить, какие годы будут для такого ребенка критическими. Если что-то происходило с этим ребенком, он там получал какие-то травмы, или возникали какие-то истерики, это всегда говорило о том, что этот период будет очень опасным в жизни такого ребенка. Или это будет тяжелая болезнь, или иногда, может быть, даже это означало смерть, или смертельно опасные заболевания. Как правило, момент смерти, будущей смерти такого человека, он проиграется тоже. Он проиграется так, что ребенок будет возбужден, у него будет какая-то страстная истерика, он будет сильно орать, плакать, то есть ни с того ни с сего, да, все это проиграется, и это будет означать завершение четвертой стадии или четвертой перинатальной матрицы. И в дальнейшем начнется уже другой период, о котором мы будем говорить в других лекциях, на последующей лекции. Период, который мы называем с вами жизнью. Но примеров таких очень много. Дело в том, что люди, которые внимательно изучали своих детей, они потом видели эту ситуацию на практике. Скажем, знаменитая история с Гитлером. Как известно, Гитлер интересовался очень сильно оккультизмом, и поэтому он знал историю своей жизни. И было описано, что на 56-й день от момента своего рождения его уронили, и он повредил колено. На 56-й день, да? Гитлер прожил 56 лет. Что такое колено? Символически колено означает некую власть или некое положение в обществе, самое высокое, которое человек может достигнуть. Значит, на 56-й год своей жизни Гитлер теряет власть, и это заканчивается смертью. Да? Заметьте, как это проигрывается. То же самое мы можем взять примеры и других людей, и у каждого человека в этом смысле что-то проявилось. Поэтому мы рекомендуем таким молодым матерям, у которых появились дети, вести дневничок, да, потому что запомнить все нельзя, вести дневничок, и потом вы будете знать, вы можете даже по этому дневнику понять, какова будет жизнь вашего ребенка. Конечно, вы не можете ее изменить, да, потому что ребенок, который пришел к вам, это личность, которая должна быть выращена точно так же, как цветок. Ее нельзя ломать. Этот цветок нельзя ломать. Его нельзя заставить расти быстрее. Понимаете? Его нельзя сказать, что расти вправо или влево. Вы просто должны окружить этот цветок любовью и поливать его регулярно, следить за ним. И когда он вырастет, когда он станет самостоятельным, то он будет сам принимать решения. Если мы это делаем, то отношения с нашими детьми, они будут всегда открыты. И мы никогда не получим проблему отцов и детей. Если же мы имеем какой-то идеал, то мы с помощью этого идеала сломаем своего ребенка, мы заставим его жить по чужой программе, не по своей, с которой он пришел к нам. И в итоге мы получим человека, который не будет нам доверять, он закроется от нас. И мы получим эту проблему отцов и детей. И потом будем удивляться, почему наши дети, они к нам так плохо относятся, или почему они с нами не общаются, почему они о нас не заботятся там в старости. А ведь мы сами
создали ситуацию. Или, например, когда мы увидим наших внуков, то мы подумаем, почему наш сын или наша дочь неправильно воспитывают своих внуков. Как правило, человек где-то к 60 годам начинает понимать, как нужно воспитывать детей. Вот почему часто бабушки и дедушки, они могут проявлять действительно настоящую любовь по отношению к своим внукам, а к своим детям они еще не могли, были еще не способны это сделать. Очень сильно, очень долго, какое-то время была такая тенденция давать детям, которые только-только получили рождение, давать им искусственное питание. Считалось, что у женщины молозиво, которое обычно 3 дня, да, то есть 3 дня выделяется, оно якобы, вот это молозиво, оно недостаточно для ребенка, что ребенку не хватит, то есть ему нужно более сильное питание. Иногда женщина плакала, иногда она страдала очень сильно, особенно первые роды, да, и иногда у нее не было молока, какие-то первые там часы. И очень часто ребенка забирали у матери, там переносили куда-то в другое место, как только ребенок появлялся, сразу его забирали. Сейчас, слава богу, этого не делают, и сейчас ребенка оставляют, это правильно, потому что если ребенка уносили, то его первые 3 дня все равно кормили вот этими искусственными смесями, а эти искусственные смеси впоследствии приводили к тому, что у этого ребенка развивались различные болезни. В частности, нарушалась функция иммунной системы, была склонность к развитию различных аутоиммунных заболеваний. Кроме того, могло произойти так, что вот этот перерыв 3-дневный, он выключал гормон пролактин, который активизирует выработку молока, и женщина не могла кормить своего ребенка. Значит, сейчас абсолютно точно известно, хотя это было известно и в глубокой древности, сейчас просто это подтвердили, что молозива хватает полностью для всех необходимых нужд ребенка, поэтому можно не беспокоиться. Тогда молоко будет хорошо выделяться, и кормить ребенка нужно столько времени, сколько в этом есть потребность. Если ребенок такой достаточно инфантильный, да, он сильно связан с своей матерью, есть такие дети, они требуют, вот это особенно дети, которые зафиксировали свое сознание на первой перинатальной матрице, им требуется очень длительное восполнение, да, вот получение молока. Конечно, потом может быть какая-то прикормка идти, вот, но на каком-то месяце эта система разработана, известна, но грудное молоко, оно невосполнимо. То есть дело в том, что грудное молоко – это не только источник наиболее ценного и легко усвояемого белка, на который никогда не развивается аутоиммунная реакция. Это еще и постоянное, это то, что дает очень мощную защиту ребенка, потому что первые 3 месяца иммунная система ребенка не сформирована, и дети, которые не получают материнского молока, они могут в эти 3 месяца заболеть. А это очень опасно, потому что разворачивается символическая вот программа жизни. И болезнь в это время, она, так сказать, сыграет свою не очень хорошую роль. И вместе с этим молоком передаются различные умонастроения матери. На 4-й стадии рождения ребенок продолжает впитывать все в себя. То есть, если 2-я и 3-я стадии были для него, скажем, очень опасными, и он не думал об этом, то есть он испытывал какой-то очень сильный дискомфорт, то 1-я и 4-я стадии рождения, они дают возможность ему собрать информацию об окружающем мире. И вот на этой 4-й стадии рождения происходит еще одна интересная вещь. Он начинает себя постепенно выделять из окружающего мира. До этого он не различает, то есть он был настолько в сильном и глубоком единстве с окружающим миром, со всей Вселенной, через мать, да, через ее
350 тысяч каналов НАДИ, да, которыми связаны мы со всей Вселенной, с друг другом, со всей природой. Конечно, произошел какой-то стресс, да, какой-то разрыв, какой-то шок. Это был болезненный период, но все равно он к нему возвращается. Здесь равновесие начинает восстанавливаться, и ребенок начинает снова радоваться окружающему миру, но он себя еще не выделил. Для него нет разницы между собой и его матерью, между отцом и им, между там, как кроваткой, в которой он лежит, комната, в которой он находится, какая-то игрушка, которая там лежит, птичка, которая там на улице летает, солнце. Это все находится в состоянии единства. Ребенок связан с этим. И выделение себя как из этого окружающего мира происходит только, когда четвертая стадия заканчивается. Вот она заканчивается, и тогда мы становимся непосредственно, это мы получаем как бы первую такую зрелость, вот, первую такую самостоятельность. Когда мы отделяемся, и мы понимаем, что вот в рамках этого тела – это мы, а все, что находится вне этого тела – это не мы. А пока мы находимся на четвертой стадии, наши чувства, они так работают, что практически мы не воспринимаем разницы между какими-то звуками. Ну, я не то, что разница между какими-то звуками, но вот, скажем, какое-то время назад ученые считали, что вот ребенок, он, у него чувства просто не развиты в этот период после рождения, поэтому, когда вы делаете громко какую-то музыку или громко говорите, он вроде продолжает там спать, или на это никак не реагирует, или там какой-то яркий свет, вы можете при включенном свете, скажем, ребенок может первые там эти 2-3 месяца он спать в включенном свете, и никак это его не будет беспокоить. А все дело в том, что он не делает этих различий. У него развиты чувства. Они были развиты еще здесь, на первой стадии. Еще там они развились. А здесь он просто продолжает собирать информацию. Он столько собирает информацию за это время, что практически это несопоставимо со всей его последующей жизнью. Поэтому очень важно не только во время беременности, но и первые 3 месяца после беременности вести очень спокойный образ жизни. Очень важно контролировать свои чувства и мысли. Ибо мысли и чувства и матери, и отца, они будут считываться, они будут записываться. Вот здесь на четвертой стадии он работает с родовой информацией. Он записывает на себя всю информацию рода. И по линии отца, и по линии матери. Конечно, она не проявится сразу. Она проявится, может быть, отчасти. Наступит момент, такой момент наступит однажды, когда родители умрут, и со смертью родителей мы становимся наследниками. Наследниками не в смысле, что мы получаем там наследство, деньги, дом, машину, а наследуем мы вот ту самую информацию из этого рода. К нам передаются как позитивные, так и негативные стереотипы или программы, идущие от нашего рода. Умирает мать, значит, материнский род. Умирает отец, значит, отцовский род. Мы становимся наследниками. И в нас это реально проявляется. Но запоминаем мы это и закладываем себя вот в этот период, именно в период четвертой перинатальной матрицы. Я еще хочу сказать несколько слов о том, как должна вести себя женщина в период беременности и особенно в первые 3 месяца после рождения ребенка. Я уже говорил о том, что лучше всего уехать в тихое, спокойное место, где есть чистый воздух, чистая вода, где есть хорошие продукты питания. Ну, все относительно мы понимаем сейчас в нашем мире, когда нарушена экология, это трудно бывает сделать, даже если вы едете за город, но по возможности лучше это сделать. Нужно создать хорошую успокаивающую атмосферу, то есть в вашей комнате не должно быть яркого света, то есть лучше делать боковой свет, лучше, чтобы там даже обои или какие-то, скажем, украшения, там картины, они создавали состояние покоя, чтобы там не было агрессии.
Важно, чтобы там звучала очень хорошая музыка постоянно. Это может быть музыка духовная, это может быть музыка такая психорелаксирующая. Например, есть очень много таких замечательных авторов, которые специально писали музыку, а психорелаксирующего действия она оказывает на наше сознание очень сильный эффект. Мы используем эту музыку при работе с пациентами в нашем центре. Например, это музыка японского композитора Китара, это музыка Жан-Мишель Жара, это музыка, скажем, Рик Вейкмана, это музыка, скажем, музыка, которая была записана известными такими композиторами, как Бах, скажем, да, органная музыка или Гендель. Но есть и другие композиторы, которых сейчас не называют, их много. В конце концов, эта музыка должна нравиться, и она должна быть разнообразной, она должна быть спокойной. Питание должно быть обязательно четырехразовое в этот период. И продукты питания, они должны находиться в гуне благости, то есть в гуне сатва гуна, так называемой. Это продукты очень мягкого действия. Они не должны быть, содержать продукты насилия. По крайней мере, не рекомендуется, аюрведа не рекомендует женщине употреблять ни в коем случае мясо. Потому что мясо, оно содержит не только очень много токсических веществ, которые, правда, действительно может нейтрализовать наша печень, если она в порядке, но при условиях нарушения вот этого гомеостаза во время беременности, запрограммированного гомеостаза, может происходить сбой. Эти токсические вещества будут очень плохо отражаться на ребенке. И, кроме того, мясо содержит так называемый гормон страха, который испытывают живые существа, эти животные, когда их убивают, они выделяют этот гормон страха за какое-то определенное время. Они чувствуют, они живут в этом мире хищников, и они чувствуют, что их должны убить. И когда этот гормон страха попадает, этот гормон страха порождает очень страшные разрушительные вещи, если человек ест это. Иногда говорят, что не хватит белков, но вполне достаточно молочных продуктов или соевых продуктов, которые может употреблять женщина. Она должна больше употреблять фруктов и ягод, если они, конечно, не содержат каких-то токсических веществ. Она может употреблять различные зерновые продукты, но она не должна употреблять большого количества рафинированной пищи, там сахара, рафинированной пшеничной муки и изделий, соответствующие, которые содержат либо сахар, либо рафинированную пшеничную муку, кукурузную крупу, то есть это продукты с высоким гликемическим индексом. Не должна много употреблять бананов, картофеля, потому что эти продукты, они способны повысить инсулин, и инсулин будет создавать отеки, инсулин может создать нагрузку на почки и создать какие-то проблемы, которые возникают во второй половине беременности, скажем, как то, что называется токсикозом второй половины беременности. Более того, это может сказаться впоследствии на организме женщины, то есть эта женщина может испытать эти проблемы, то есть у нее могут возникнуть какие-то болезни после того, как она родила ребенка. Она должна регулярно гулять, выходить на свежий воздух, но не рекомендуется выходить в то время, когда солнце зашло, то есть когда оно опустилось за горизонт, ибо, я уже говорил, тонкие существа, пхуты, они могут напасть на эту женщину и оказывать на нее какое-то воздействие. Эта женщина, она не защищена. Лучше ей в период беременности не оставаться одной. Да? То есть если после рождения ребенка она остается вместе с ребенком вдвоем, где-то в комнате, но все равно она не должна отправляться в какие-то путешествия, она не должна быть все время одна. То есть по возможности она должна находиться под защитой либо своего мужа, а если она все-таки так получилась, что она одна, значит под защитой кого-то из своих родственников или близких. Вот то, что касается
четырех стадий рождения.